Современные игровые мышки стали куда доступнее, чем несколько лет назад. За небольшую сумму вы можете приобрести многофункциональную мышку с подсветкой и возможностью изменить функционал кнопок. Компания Red Dragon – прямое тому доказательство. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию очередную новинку. Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. Встречайте, перед вами модель Red Dragon Lava Wolf. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице на нашем сайте megaobzor.com. Составлен на основе данных сервис Яндекс.Маркет, текстовой части обзора. Давайте чуть ближе познакомимся с данной игровой мышкой. Устройство поставляется в фирменной упаковке компании Red Dragon, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость девайса. Внутри коробки находится игровая мышка, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Перед нами компактная игровая мышка, предназначена для правшей. Устройство выполнено из качественных материалов, и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все выполнено на совесть. На верхней части устройства расположились основные кнопки управления: правый и левый клик мышки, широкое прорезиненное колесико и две кнопки переключения DPI. Порадовало то, что при переключении разрешение мышки рядом с кнопками меняется цвет подсветки, который задан разработчиками. Данное решение позволяет не запутаться. Цвет данной подсветки менять нельзя. Максимально допустимое разрешение сенсора мышки составляет 3500 DPI. Этого более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень работы. Особое внимание следует уделить специальному шероховатому покрытию Soft Rubber Skin, что существенно увеличивает хват мышки. На тыльной стороне устройства находится подсвечиваемый логотип компании-производителя. На одной из боковых граней обосновались две дополнительные кнопки управления – вперед, назад. Боковые грани также подсвечиваются красным цветом. Интересный подсвечиваемый рисунок, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Подсветка работает в режиме дышащий. При помощи программного обеспечения вы можете настроить лишь частоту. Программное обеспечение простое и понятное в обращении. В настройке девайса сумеет разобраться даже самые неопытные пользователи. Отдельное внимание следует уделить раздельной настройке DPI по осям X и Y. То есть пользователь может настроить различную скорость движения курсора влево-вправо и вверх-вниз. Режим подсветки изменить нельзя, однако вы можете выбрать цвет подсветки. Всего представлено 7 возможных красок. Все кнопки управления полностью можно подстроить под свои предпочтения, изменив их функционал. При необходимости вы можете добавить даже макросную команду. Пользователю дается возможность настроить 5 различных профилей для определенных игр. Благодаря встроенной памяти вы можете использовать данную мышку даже на чужом ПК и пользоваться своими настройками, что очень важно. Кроме того, при необходимости вы можете изменить скорость опроса мышки – 125, 250, 500 и 1000 Гц. На нижней части устройства расположились две удлиненные тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности. Между ними находится оптический сенсор, а рядом с ним можно увидеть специальную кнопку переключения настроек мышки. Длины кабеля более чем достаточно для полноценного пользования, и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы. Разработчики создали весьма интересный дизайн. Передняя часть устройства, где расположились основные кнопки управления, немного утоплена вниз. Несмотря на свои небольшие габариты, устройство отлично ложится в руку, и мышкой очень удобно управлять. Довольны останутся даже пользователи с большим хватом. Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Red Dragon Lava Wolf. Перед нами дорогая мышка для геймеров, которая позволяет получить весь необходимый функционал для полноценной работы и игры. Стильная подсветка придаст вашей игровой зоне особую атмосферу, а агрессивный дизайн позволит вписаться устройство в интерьер любого места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, покрытие Soft Rubber Skin, отличный функционал и, конечно же, низкая стоимость. Существенных минусов, которые повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае, выбор остается за вами. Мы лишь можем показать и рассказать. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.